Вашингтон намерен добиться исключения России из Совета ООН по правам человека. Об этом заявили в Белом доме, ответив, что соответствующее распоряжение дал Джо Байден. К слову, приостановление членства государства возможно только при условии, что решение поддержат две трети стран Генассамблеи. И между тем, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ в проведении заседания Совета безопасности ООН по событиям в украинском городе Бучи по требованию Москвы беспрецедентен. По его словам, российские военные не имеют никакого отношения к произошедшим зверствам по отношению к мирному населению и пообещал представить имеющиеся доказательства. Напомню, Россия дважды требовала созвать заседание Совбеза ООН по событиям в Бучи, но Великобритания наложила вето на российское предложение о других событиях в мире в международном дайджесте.